Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня будет очень грустное, печальное видео на тему жизни, но которое непосредственно связано со вчерашним видео. Вот, как вы знаете, вчера я окончательно решил завязать и прекратить поиск девушки по той причине, что все попытки оказались неэффективны. И многие написали, многие спрашивали, а почему я принял вот такое решение. А я решил так, потому что я на протяжении всей жизни слышал вот эти все различные советы людей, которые говорили, как можно найти девушку, и какие существуют особенности вот этого процесса. И самый главный совет, который я слышал на протяжении всей жизни, чтобы найти девушку, нужно перестать ее искать. Казалось бы, а как можно найти девушку, перестал ее искать? Например, если вы его потеряли у себя в квартире, какой-то носок, вы же если даже найдете его, но только в том случае, если будете искать, а так чисто случайно вряд ли получится. Вот так и с девушкой. Я всегда слышал эти советы, и у меня даже в голове не укладывалось, как это может помочь найти девушку, если перестать искать. Но тем не менее, все же эти знания, накопленные опыт людей, они же передаются, из поколения в поколение. И, соответственно, вчера я впервые в жизни решил протестировать на себе этот способ, найти девушку, перестал его искать. Как вы уже догадались, никакой блэкпилл я принимать не стал. На самом деле, потому что это абсолютно невозможно, потому что так или иначе, отношения, девушка, секс, это самые главные вещи в жизни, которые невозможно ничем заменить. Чем бы вы ни занимались, куда бы вы ни тратили время, и как бы вы ни пытались его даже на 100% свободное время чем-то занять, эти мысли об отношениях, о девушке, от них невозможно никуда сбежать, потому что все было заложено в нас самой природой. Но я решил, обмануть природу, и воспользоваться этими хитростями, найти девушку, если у меня не получалось, когда я ее постоянно искал, я решил поверить людям и в итоге перестать ее искать, И в итоге, если верить этим словам, то девушка в прямом смысле должна была появиться из ниоткуда. Ниоткуда, потому что я же перестал ее искать. Значит, по всем этим законам природе, девушка должна сама появиться. Потому что все люди так говорили. И плюс, к этому вы наверняка слышали, что это что-то вроде, что девушки чувствуют твою нуждаемость, и в итоге, когда ты ее постоянно ищешь, девушки понимают, что ты, низко, ранговый, и с тобой встречаться не имеет смысла, потому что вся твоя цель жизни сводится к тому, чтобы найти девушку. По этой причине я, тоже вчера навсегда, прекратил поиски девушки и, принял блэкпилл. И дорогие друзья, что вы думаете, несмотря на все эти советы окружающих, после вчерашнего окончательного принятия блэкпилла, смирения, для тех, кто не знает, что такое блэкпилл? Блэкпилл – черная таблетка, обозначающая смирение с тем, что у тебя никогда не будет девушки, потому что внешности, рост и исправить абсолютно невозможно, внешность и рост влияют, не то, что влияют, а сторонники блэкпилла верят в то, что без красивой внешности и высокого роста найти девушку абсолютно невозможно. Соответственно, я стал непосредственным, участником
вот этой идеологии, окончательно смирившись с тем, что у меня никогда не будет девушки, а значит, я окончательно бросил попытки найти девушку, и плюс я еще, так сказать, дал ему понять всем девушек, девушкам, что я в них не нуждаюсь, ну, то есть я вот это четко... вчера даже сказал в видео, что больше девушки меня не интересуют, и даже я, если там, ну, какая-то фактически сама мне, ну, предложит, там, и сама, ну, так сказать, мне, так сказать, ну, прыгнет на член, ну, то я от нее, то принципиально откажусь. Вот. И вот в итоге, ну, дорогие друзья, прошло уже больше суток с момента принятия блэкпилла, с момента окончательного, так сказать, забрасывания на попыток найти девушку. И что вы думаете, то есть, вот прошло уже больше суток, но девушку я так и не смог найти. То есть девушки мне не писали после этого, ну, то есть они не видели во мне, ну, какого-то там, знаете, высокоранового самца, ну, который абсолютно не нуждается в них, вот, что я, ну, твердо и четко дал понять еще вчера, то есть, ну, прошли сутки, то есть, ну, то есть, я целенаправленно ждал там час-два, ну, то есть, ну, прошел час, прошел два, ну, то есть, девушки меня, ну, после принятия блэкпилла, ну, писать не стали, вот, несмотря на то, что я, так сказать, воспользовавшись вот этой хитростью, надеялся обмануть вот все законы, ну, мироздания, так сказать, вот, потому что я, ну, давал, ну, понять, что мне девушки больше не нужны, и вот девушки должны были, ну, почувствовать вот это, и в итоге там, ну, пытаться у меня завербовать из блэкпилла, там, не знаю, в блюпилл, там, либо же в редпилл, вот, в редпилл, но ничего, ну, подобного не произошло. Не произошло, и в итоге, вот, ну, когда я искал девушку, я не смог ее найти, то есть, абсолютно ничего не получалось, то есть, и вот в итоге... Я вот этим занимался на протяжении всей жизни, то есть я искал девушку, но ни одна девушка мне не отвечала, вот, ну, потому что у меня косолазие, заикание, ну, рост всего лишь 1.50 м. И в итоге вчера я смирился с тем, что с такими данными мне ничего не светит, вот, и по всем, так сказать, законам, ну, природы, вот, ну, после того, как я, ну, принял блэкпилл, ну, то есть все девушки должны, ну, были написать мне, ну, предлагать встречаться. Но в итоге ни одна девушка, вот ни одна, то есть за сутки уже, ну, прошло больше суток, ни одна девушка мне не написала и не предложила встречаться. Хотя вот она должна была, ну, почувствовать, что я, ну, принял, ну, блэкпилл, вот, и, так сказать, ну, пытал. И вот эта девушка, она должна, ну, так сказать, ну, не то, что даже одна, а все девушки... Они должны, ну, были, ну, писать, ну, мне, ну, предлагать встречаться с той целью, чтобы сбить меня с этого, ну, пути. То есть с пути смирения, с пути блэкпилла. Но в итоге я, ну, почему-то не увидел ни одного сообщения о девушек и ни одного, ну, предложения встречаться. В этот момент вот я вот до сих пор, ну, пребываю в таком шоке. Получается, что люди в очередной раз меня обманули. Вот, и людям верить абсолютно нельзя, потому что все люди всегда мне говорили, что моя, ну, проблема в том, что я, ну, как бы, и искал все это время девушку. А нужно, ну, было, ну, просто перестать искать, и девушка бы у меня там за считанные секунды бы нашлась. Но в итоге нет, ну, то есть вот этот способ абсолютно не сработал, блэкпилл неэффективен, и сам, ну, по себе блэкпилл, я считаю, он абсолютно бессмысленен. Абсолютно бессмысленен, потому что блэкпилл – это сам по себе вот такой психологический обман, то есть, ну, попытка отрицать и скрывать свои истинные желания, ну, то есть вот такой, вот такая, можно сказать, психологическая защита, вот, ну, которая с которой человек, ну, пытается уйти от, ну, реальности, вот, от реальности и в итоге жить в каких-то иллюзиях, что якобы девушки не нужны, что якобы отношения не нужны, что якобы секс абсолютно не нужен. Но в итоге, дорогие друзья, все возможные способы найти девушку оказались неэффективны в моем случае, потому что я не выиграл генетическую лотерею. То есть у меня, ну, косолазие, заикание, ну, рост всего лишь 1.50 м. Но когда я, ну, пытался найти девушку, ничего не,
не получалось. Но когда я перестал искать девушку, ну тоже, ну, как уже додались, ничего не получалось. А чего-то другого не существует. Ну, то есть ее можно либо же искать, либо же нет. И все вот эти способы, ну, то есть они, ну, так или иначе направлены на то, чтобы найти девушку. То есть, и лично для меня вот эти способы, и один, и второй, оказались абсолютно неэффективны. То есть, ну, какой вывод я могу сделать? То есть, блэкпилл не помог мне найти девушку. То есть, смирение не помогло мне найти девушку. То есть, окончательное прекращение поиска девушки не помогло мне найти девушку. Вот как бы вот это странно не звучало, но многие спросят, а почему вот это все должно было, ну, помочь найти девушку? А потому что вот так, если верить людям, все это, ну, работает. То есть, а в итоге никакими знаниями, никакой мудростью не получилось обмануть, ну, природу. Вот, потому что так или иначе девушки смотрят на внешность, на рост, и чего-то другого не дано, не дано. То есть ничего другое, так сказать, в процессе фильтрации вот в глазах девушек и поиска подходящего партнера для себя не принимает участие, и принимать участие не может, не может. Ну так что, ну, дорогие друзья, не верьте мифам, не верьте стереотипам, не верьте советам людей. Люди, они, как я уже в очередной раз убедился, абсолютно ничего не знают. И вот эта вся, ну, какая-то народная мудрость, она абсолютно не работает, не работает. Я вот это все, ну, проверил на своей шкуре, то есть блэкпилл неэффективен. И что бы я ни делал, то есть девушку мне найти абсолютно ничего не помогло, то есть... Как бы вот это грустно не звучало, то есть все это как мертвому припарка, то есть в моем случае, то есть потому что я инцел, потому что я хикан, потому что я социофоб, ну, потому что я девственник. У меня никогда не было девушки, и что самое страшное, у меня ее никогда не будет, то есть и моя жизнь, она обречена на боль, она обречена на страдания, и с этим ничего не поделаешь. В общем, если вы согласны со мной, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.